Что это хозяйничаешь на моей земле? Весна пришла, дозвол. А ты не заметил? Землю надо одеть травой и цветами. Ха! Чего захотела? Я одену ее камнем. Кто властью тешится, тот дело любит. Земля, как люди, долго терпит, но все помнит. Ну и пусть терпит. А с людьми у меня разговор короткий. Ты плохо знаешь людей, Тазбол. Тебя одолеет сын простого табунщика. Это мы еще посмотрим. Тазбол! Скачут, как бешеные. Оборотни! Уймите! Уймите собак! Быть беде! Что нужно посланцам великого Тазбола?
Наш повелитель поздравляет тебя, табунщик, с рождением 9-го сына. И хочет видеть всех твоих сыновей. А это для тебя большая честь. Моих сыновей? Этих, что ли? И 9-го тоже. Твои сыновья станут воинами Тазбола. Радуйся, табунщик. Они воинами? Да вот только посмотрите на них. Заморыши, недоростки. Они не только на конях, на ногах не держатся. Веселый ты человек. Ержан. Какое веселье, когда дети никудышные. Врать не умеют, красть не умеют, даже колодец засыпать. Пустяковое дело. Ни один не может. И того проще. Заманить какого-нибудь бедолагу к обрыву и спихнуть в пропасть ни за что. Ни один. Такие бестолковые дети. Вот. Если бы они были такие, как ты, Айдахар, или такие, как ты, Каражал, вот тогда бы я не только великому Тазболу, первому встречному, отдал бы с радостью. Бери, не жалко. Веселый ты человек, Ержан. Смотри, заплачешь. Тазбол не простит, кто и не шутит. Кто сам упал, не плачет. Ержан прав. Нас бы подумали. Молодец, Ержан. Скажешь об этом? Не знающий страха, не знает позора. Владыка, табунщик пренебрег твоей милостью. Он издевался над нами. Он не боится тебя. Как? Меня не боятся? Я хочу посмотреть на человека, который меня не боится. Получай, Каражал! Выродки! Шутник. Где мои кони? Табунщик Ержан, теперь твоя жизнь зависит от милости великого Тазбола. Чтоб вы провалились. Куда дели моих коней? Кони-то чем виноваты? Не кричи, табунщик. Ты получишь вдвое больше коней и богатства, которое тебе не снилось, если ты дашь в услужение мне своих сыновей. Я тебя озолочу. Я сыновьями не торгую. Ни своими, ни чужими. И зачем тебе джигиты? Тебе нужны оборотни.
вроде этих. Твоей гордости не хватает разума. Но твоя храбрость достойна награды. Ты станешь памятником себе. Тас! Бол! Спи, мой Еркинже. Твой отец ушел и не вернулся. Твои братья уйдут и не знают, когда вернутся. Хорошо, что ты мал и не можешь от меня уйти. А что будет дальше, я не знаю. Будем гордыми людьми, ибо жизнь дешевле чести. В одиночку или вместе будем гордыми людьми. Будем смелыми людьми, чтобы жить, нужна отвага. Будем смелыми людьми. Будем сильными людьми, не для мести, не для славы, только для защиты слабых. Будем сильными людьми. Зачем отпускаешь внуков, ровесница? Пропадут. Если сыновья не спасут отца, кто же его спасет? Кто это? Что он хочет? Между небом и землею, между гневом и терпением не найду себе покоя, не найду себе спасения. Мой отец Тазбол могучий приказал мне быть веселой. Невозможно быть веселой в царстве грозного Тазбола. Злые камни, злые кручи, злого эха перекаты промелькну звездой падучей. Убегу лучом закатным. Кункей! Кункей! Я принес тебе поющую раковину. Послушай, в ней голоса подземных вод. Уходи, змей. Мне не нужны твои подарки. Я ничего от тебя не хочу. И этот здесь. Как вы мне все надоели. Я принес камень, вызывающий дождь. Посмотри, Кункей. Не нужен мне твой дождь. Ничего мне от вас не надо. Эй, вы бездельники! Вот что, женихи, ступайте на дорогу встречать сыновей Ержана. И ты, дочка, выходи встречать гостей. Не хочу. Не глупи. У тебя нет чувств, которые делают людей слабыми. Проклятие Тазболу! Мы найдем его! Это камча нашего отца. Мы не ошиблись дорогой. Надо идти вверх по реке. Кто ты? Почему ты молчишь? Я дочь Тазбола. Отец выпускает меня из башни, когда нужно заманить и погубить людей. Уходите скорее, батыры. Я не хочу вам зла.
А может, ты хочешь спасти Тасбола от встречи с нами? Помогите! Заклинаю небом, помогите! Это голос нашего отца! Заклинаю небом, помогите! Я здесь! Не верьте! Это обман! Иди, хороший ты мой. Не похоже, что у тебя каменное сердце. Не бойся, я ничего не скажу Тасболу. Я не боюсь. Мне все равно. Брось! Одумайтесь! Мы не за этим пришли! Вы никогда не выйдете отсюда! Я завалю вас камнями! Мы разобьем твои камни! Превратим их в песок! Я им предложил несметные богатства. И вот ответ. А еще говорят, что люди ко всему привыкают. Кроме неволи. Отпусти их, отец. Все равно ты от них ничего не добьешься. Отпустить? А кто после этого будет меня бояться? Отпусти, мой повелитель. А потом я их загоню под обвал. Болван. Они мне живые нужны, но послушные. Я должен сломить их волю. Почему они отвергают богатство? Почему они не боятся меня? В чем их сила? Тебе этого не понять. Ведь доброту ты считаешь слабостью, благородство – глупостью. А мужество безумие. Они заколдованы своей песней, владыка. Но я знаю средства. Говори. Они останутся живы, но их воля станет твоей волей. Великий Тасбол, их души наполнят твою душу. Так говори же! Обещай. Что отдашь мне Кункей? Не обещай, мой повелитель! Он превратит твою дочь в толстую злую змею! Нет, почему же? Если твое средство не обманет... Ни за что! Каждой девушке надо выйти замуж, пока не испортился характер. А тебе давно пора. Да они мне разворотят всю гору. Пожалей старого отца. Как я могу жалеть?
Ведь у меня каменное сердце. Курим веселье, курим печаль. Вот завалю камнями все ваши норы, тогда узнаете печаль. Пощади. Курим болезни, курим страха. Или превращу всех вас в слепых червей. Курим обмана, курим зависти. Нашли чем удивить. Я что вам велел принести? Зачем мне этот мусор? Еще не нашли. Так вы не нашли? А старая черепаха? Отказалась. Отказалась? Наотрез. Наотрез. Видно, ей надоела жизнь. И вам тоже? Еще поищем, еще поищем, еще поищем. Кункей, Айдахар найдет, что ищет. И ты станешь женой змея. А ты чем лучше? Я сделаю для тебя все, что ты захочешь. Бежим со мной. Укради перстень-невидимку. Проснутся, но никогда не вспомнят, кто они, откуда и зачем пришли. Они забудут своего отца, свою мать, свои имена и свою песню. Теперь ты завладеешь их душами, Дазбол. Так я выполнил обещание. Я тоже готов выполнить свое обещание. А где же девятый? Владыка боится младенца. Эй, дочка! Наверное, еще спит. Отзовись, Кункей! Она убежала. А это Кункей. Тебе трудно будет ее найти, змей. А это Кункей. Всех провела. И тебя, Айдахар. И тебя, Каражал. Ну что ж, теперь ищите.
ты будешь смелым, как твой отец и братья. Или еще смелее. Ты будешь добрым, как твой отец и братья. Или еще добрее. Сон, что с камчи капает кровь. Я поеду искать отца и братьев. Слабому помоги, от сильного не беги. Себя береги. Помни, что честь всего дороже. Будь осторожен. Не отвечай ложью на ложь. Вернись, если даже никого не найдешь. Заклинаю тебя, огонь. Освети ему дальний путь. И отца, и братьев найти. Помоги ему, другом будь. Заклинаю тебя, вода, утоли ему жажду в пути. Помоги ему, силу дай. Заклинаю тебя, первый луч. Заклинаю тебя, первый луч. Скажи, ручей, дорогу, по которой ушли мои братья. Скажи мне, дерево, дорогу, по которой ушли мои братья. Рвешь мои нити неразумные.
теперь будут узелки, да петли, кочки, да ухабы. Другой добрый конь споткнется и помянет Тельканура недобрым словом. Не сердитесь, апа, это лисица виновата. Теперь распутывай то, что напутал. Эй, Еркинже, что ты смотришь на моих дочек? Ты еще не жених, благодарение небу. Я знаю, кто вы, Апай. Ты еще себя не знаешь, кто ты. Вот она! Ищет у меня защиты, тот ее находит. Не веришь? На себе проверишь. Я не ищу защиты. Я ищу дорогу. Какую дорогу? По которой ушли мои братья. Подскажи мне, Кемпер, дорогу в царство Тазбола. Ты слишком смел, девятый сын Ержана. Даже я боюсь этого злого Тазбола. Вы женщина, Апай? Подрасти немного, Еркинже. Ты еще не батыр. Ты еще не герой. Возвращайся в родной аул. Я вернусь, когда найду отца и братьев. Подскажи мне дорогу. А Кемпер? Ты еще и упрям, не в меру. Ничего я тебе не скажу. Подрасти сначала. Если не скажешь... Я украду твою дочь. Тельканур! Тельканур! Что ты делаешь, негодный мальчишка? Отпусти ее сейчас же! Эй, Айслу, ты что сидишь, как мокрый воробей? Прыгай! Не бойся, я верну тебя обратно! А зачем ты в меня стрелял? Не в тебя, в лисицу! А если бы попал в меня? А я не промахиваюсь! Подкинь колечко! Не промахнись. Мне стрелу, тебе кольцо. Эй, чего делите чужое? А, девушка! Конь! Ну-ка, давайте сюда! Мне коня, тебе девушку! Вот вам! Получайте! Вот вам! Вот! Где твое колечко, Айслу? Потерялась теперь. Это ты виноват, Еркинже. Возьми свою стрелу. Отдай мою дочку. Не бери стрелу! Не отдавай меня! Ты хочешь ехать с ним? Куда? Разве он знает, куда он едет? Подскажи мне, Аккемпер, дорогу в царство Тазбола. Подскажи. Сам найди. Я поеду один. Это мужское дело. Ты боишься гнева, Кемпер? Я не боюсь ее гнева. Я боюсь ее слез. И твоих тоже. Не стой впереди коня. Thank you.
Это Кункей. Сердце мое. Попалась. Обманщица. Эй, кто там? Здесь воды нет. А что ты там делаешь? Жду смерти. Шутишь? Если ты сильный, не смейся над слабым. Спасем беднягу, Тельканур. Держи меня крепче. Ты где? Я здесь. Это ты и есть? Я. И больше здесь никого нет? Никого. А почему? Ты разговариваешь по-человечески. Я так долго жила на белом свете, что научилась. Еще поживешь. Сиди тихо, я боюсь щекотки. Твой добрый поступок вызовет гнев моих врагов. И много ли у тебя врагов? Друзей больше. Но враги как-то заметнее. Это почему? Потому что бросить в колодец гораздо легче, чем вытащить из него. Ну вот и мой Тельканур. Спасибо тебе, добрый человек. Куда ты держишь путь? В царство Тазбола. Может, ты знаешь туда дорогу? Как же мне не знать? Смотри-ка, Каражал украл девушку. Куда ты, безрассудный? Не связывайся со слугами Тазбола. Эй, Каражал, отдай девушку. Он кей не для тебя, щенок. Украл дочь Тазбола. Сама виновата, Кункей. Каражал не прощает обмана. А? Ах ты, ничтожество. Вор, дурак. Ты поплатишься за это. Ты кто? Урод. Постой. Ты кто? Постой. Ты кто такая? Кто такая? Вот я скажу моему жениху, Еркинже. Он тебя раздавит, как козявку. А моя мать, Акимпир, превратит тебя в маленького, бескрылого муравья. Вот такого. На себе проверишь. Я слышал, что дочери Акимпир колдуньи. Почему ж ты сама не превратишь меня в маленького муравья? Я сама начал, мне еще не все получается. Ну, походи. Ты, конечно, не Кункей, но все-таки лучше, чем ничего.
Я подарю тебя Тазболу! Нет! Уже сам разбирается, чья ты дочь! Стой, каракал! Ищи Кункей! Без нее не возвращайся, жалкий воришка! Тазбол! Слушаюсь, владыка! Рад тебя видеть, дочь Акинпер. Мне кажется, что я слышу голос осел. Мне тоже кажется. Мне постоянно слышится ее голос, но это не значит, что надо бросить работу и бегать за ней, как она бегает за этим мальчишкой. Продолжайте. Светлого дня вам, Апай. И вам, девушки. Здравствуй, дочь Тазбола. Что привело тебя ко мне? Говорят, ты добрая. А в чем твоя доброта? Сажаешь здесь цветочки, а в это время люди погибают. Люди не цветы. Пусть они сами выбирают свою судьбу. Посмотрим, что ты скажешь, когда в беду попадут твои дочери. Ткать цветы, принимайтесь за радугу. Оставайся здесь, дочь Тазбола. Я тебя не дам в обиду. Я сама себя не дам в обиду. Улегся на полпути. Где моя дочь? Где твой конь? Встань, иди. Возьми. Это твое оружие. Тильканур! Тильканур! Надо выбирать врагов по своим силам. Не учи меня трусости. Если Тильканур жив, он меня найдет. Если. Не учи меня отчаянию. Можешь советоваться со своей тенью. Не хочешь идти со мной? Я тебя оставлю у первого же источника. Или где хочешь. Я пойду с тобой, девятый сын Ержана. Но обещай меня слушаться. Я обещаю тебя защищать. Тильканур! 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 Дух врага, обитающий в камне, ты не радуйся, что я безоружный. Ты не радуйся, что я остался пешей. Не надейся на мольбу о пощаде. Прежде ты побледнеешь от страха. Прежде ты почернеешь от злости, прежде ты от стыда покраснеешь или станешь от зависти желтым. Дух врага, обитающий в камне, я недаром родился девятым. Бойся берег девятого вала,
Бойся, враг, девятого сына. Ты кто? Приветствую тебя, дочь Тазбола. Я рада, что тебя не надо спасать. Уж не ты ли собралась меня спасать? Я видела тебя в седле Каражала. Ты ошиблась. Каражал тоже. Почему мне кажется, что я тебя где-то видела? Наверное, ты знаешь моего отца, табунщика Ержана. Или моих братьев. Еще бы ей не знать. Это она заманила твоих братьев в ловушку. Ложь! Я хотела их спасти. Да кто же? Это Айдахар. Не верь дочери Тазбола. Да как ты смеешь? Не ты ли ищешь травы, которыми змей отравляет источники? Я отказалась найти траву забвения. За это меня и бросили в колодец. Не верь рабе Айдахара. Это кольцо поможет тебе. Возьми его. Всегда уйди из-за тучи. Всегда уйди под землю. Дочерей Акампер. Превратятся в траву. Топчите. Летятся в птиц. Стреляйте. Будет исполнено, повелитель. Thank you.
слишком далеко зашел Тазбол. Мой покой лишила меня моих верных слуг. Переманила к себе мою дочь. Отпусти меня, то сюда приедет мой жених Еркинже. Вот, его-то как раз я и жду. Он превратит тебя вот такой маленький камушек. Все будут ходить по тебе, наступать и тебя пинать. Превращать в камушки — это мое любимое занятие. Я просил Акимпир, подскажи дорогу. Отвечала Акимпир, подрасти немного. Ты еще не батыр, отвечала. Ты еще не герой. Подрасти сначала. Слуги Тазбола. Это твои братья, Еркинже. Нет. И они тебя не узнают. Стойте! Я ваш брат, Еркинже! Мы не знаем тебя. Ну как же вы меня не знаете? Я ваш младший брат! Девятый сын табунщика Иржана. Мы не знаем табунщика Иржана. Мы не знаем табунщика Иржана. Это мой и ваш отец. Мы не знаем отца. Мы не знаем отца. Неужели вы совсем ничего не помните? Нам нечего помнить. Нам нечего помнить. Лжете! Вы продались Тазболу! Нет, Еркинже. Предатели! Трусы! Даже мать отречется от вас! Люди проклянут ваши имена! Слышите? Бек! Оскар! Жамар! Несчастные! Безумцы! Да, Еркинже. Где дочери Акампер? Они улетели на небо птицами. Я ждал тебя, девятый сын. Где мой отец? Что ты сделал с моими братьями? Они не твои братья. Они мои воины. Я их освободил от братства. А твой отец стал памятником самому себе. И ты сюда пришел, потому что этого я хотел. Мало ли, что ты хотел. Верни мне моих братьев. Освободи дочь Акимпир. Забирай. Только не забудь рассказать людям о доброте Тазбола. А то сочиняют всякие небылицы обо мне. Бек, тебя нарекли сильным. Сила должна быть доброй. Оскар, тебя назвали высоким. Где же твое благородство? Куандык, тебя назвали радующим. Неужели ты не помнишь своего имени?
Жамар, бабушка говорила, что ты самый добрый. Она рассказывала о тебе. Что ты с ними сделал? Разве ты не знаешь, мальчик, что люди редко соответствуют таким именам? Чтобы выжить, людям не нужны высокие чувства. Если хочешь выжить, умей предавать и забывать. Я тебе помогу. Ты станешь таким, как я. Будешь мне сыном. Не хочу. Хочешь быть верным? Да. Стойким? Да. Надежным? Да. Ну тогда стань камнем. Нет. Смотри-ка. Она не хочет, чтобы ты стал камнем. Зачем тебе еще камни? Мало у тебя камней, но если хочешь, преврати меня в камни. Подумай, мальчик. У тебя еще есть время. Как только солнце коснется края земли, я скажу два коротеньких слова, и ты станешь камнем. Твои дерзкие глаза, твоя гладкая кожа, твое юное тело, все станет камнем. Готовься. Живи. Это твое оружие, Евгений. Это твое оружие. Ну что, мальчик? Согласен быть моим сыном? Будем гордыми людьми, ибо жизнь дешевле чести, в одиночку или вместе. Будем гордыми людьми. Стол. Сказала моя мать, а Кимпир.
девочке никто не помешает. Закончим радугу и оденем камни цветами. Камни падают с крутых гор. Слушай, слушай лучше. Это всадники скачут. Это Иркин же возвращается. Иркин же.